Стрит-воркаут – это движение здоровых и активных людей, которое уже охватило всю планету. С чего же все начиналось? Как разновидность массовых физкультурных занятий, воркаут появился вместе с первыми турниками во дворах. Он подразумевает выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах или вообще без их использования на земле. В СССР такой вид активности назывался нормативы ГТО, которые включали в себя подтягивания на турнике. В 2004 году команда Barbarians из США начала активно распространять видео со своих тренировок в интернете. Благодаря этому воркаут стал набирать популярность. В это же время на Украине начинает образовываться свое движение, усилиями сформировавшегося к тому времени атлета Дениса Минина. Его деятельность распространяется на строительство спортивных площадок, мастер-классы в социальных сетях и YouTube, лекции о вреде алкоголя, курения и наркотиков. В 2011 году была зарегистрирована всеукраинская общественная организация Street Workout Ukraine. Также начинается тур по городам СНГ. Денис Минин вместе с чемпионом мира Евгением Кочергой проводят тренировки, соревнования и семинары, где освещают темы спортивного и духовного развития. Люди узнают о движении, которое объединяет сторонников здорового образа жизни. В 2013-м движение активно развивается. Во многих городах появляются свои лидеры, проводятся бесплатные тренировки, городские соревнования, чемпионаты на уровне стран, форумы для обмена опытом. Street Workout становится крупной международной организацией. В 2014 году в Казахстане прошел первый чемпионат мира по Street Workout. Он собрал 3000 зрителей, а также судей и гостей с мировыми именами. Участники представляли 75 различных стран. В Казахстане Street Workout уже признан официальным видом спорта, и три страны претендуют на проведение чемпионата в следующем году. Street Workout – это не просто международное движение, это большая семья. Она объединяет здоровых и сильных людей, которые стремятся к развитию и прогрессу. В 2014 году появился проект Street Workout Pro, который открывает новые возможности для роста. Это бизнес, основанный на той же идеологии и ценностях. Это продукты и товары для здоровья, разработанные здоровыми людьми. Это источник финансирования для развития движения Street Workout. Это бизнес, в котором можешь участвовать и ты. Мы идем дальше. Ты с нами? Денис Минин – простой парень со двора, который на сегодняшний день сплотил десятки тысяч людей. Молодые, крепкие атлеты со двора. Не пьют и не курят. Самоорганизовываются, строят площадки и проводят соревнования. Количество атлетов воркаута на сегодняшний день продолжает расти. Лидеры воркаута понимают, что развитию предела нет и нужен новый этап, который даст всем самообеспечение и самофинансирование. Новый шаг, в котором есть возможность стать успешным предпринимателем. Выйти на новый уровень как личностного развития, так и возглавить команду. Стать лидером в бизнесе, возглавить свою команду, создать актив в сотни тысяч долларов, осуществить свои мечты и помочь их реализовать своей команде. А ты готов изменить свою жизнь? Тогда тебе к нам!